Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», а в студии Карина Саяхова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Десятилетие Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского университета. Студенты КФУ сдают нормативы ГТО. Состоялось 20-е заседание Государственного совета Республики Татарстан 6-го созыва, в котором принял участие ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. В Казанском университете состоялось заседание ученого совета. Мероприятие открыло торжественное подписание документов и церемония награждения работников университета государственными и ведомственными наградами России и Татарстана. Подробнее в нашем следующем выпуске. 18 марта Институт информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского университета отметил свое десятилетие. О создании и о том, какие кадры готовит институт, расскажем в нашем сюжете. Чтобы восполнить нехватку квалифицированных работников в сфере информационных технологий, в 2011 году на базе Казанского университета появилось новое структурное подразделение под названием «Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем». Здесь готовят высококвалифицированных сотрудников, профессионально подготавливая для предприятий в сфере информационных технологий. Наверное, за нас больше всего скажут наши выпускники и студенты, которые работают сейчас. Они работают практически во всех компаниях региона. Кто-то уехал и в Москве работать, кто-то за рубежом, но большая часть все равно осталась здесь, в Казани. И они работают, и значит, их подготовка как раз-таки с университетской скамьи начинается с того, что их вовлекают в проектную деятельность, они лучше понимают индустрию сразу же, да, им преподают их будущие, возможно, работодатели или будущие коллеги. Начиная со второго курса, студенты проходят проектную работу и практику под руководством ведущих специалистов IT-компаний. Работают над исследованиями и разработками в лабораториях, созданных IT-бизнесом и Институтом информационных технологий и интеллектуальных систем. Такой подход к обучению делает студентов востребованными на рынке труда. Если говорить про какой-то хороший показатель, у нас 100% практика студентов, то есть у нас на самом деле к выпуску большая часть студентов уже работает или имеет опыт работы по специальности. Вот, то есть они уже где-то поработали. Вот, ну и в принципе, как бы очень редко бывает, что студент по окончанию ИТИСа нигде не трудоустроен и не может найти работу. На работу находят все. Самое интересное, это независимо от своих оценок, да, кто-то себя находит в другой области. То есть не обязательно это программирование, это может быть тестирование, это может быть аналитика и многое другое. ИТИС является лидером Татарстана в области практикоориентированного IT-образования. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универньюз. Мы продолжаем рассказывать о деятельности научного центра мирового уровня Казанского университета. На этот раз мы расскажем, как центр поможет добывать не только дешевую экологичную нефть, но и трудноизвлекаемую. Разработка новых технологий по добыче трудноизвлекаемой нефти является одной из приоритетных задач научного центра мирового уровня. К этой группе относится и так называемая сланцевая нефть. Сама по себе она легкая, но находится в низкопроницаемых горных породах. Ну, нефть, там поры очень мелкие, и прокачать через нее жидкость или нефть выкачать невозможно. Можно только с помощью гидроразрыва или, например, поджечь эту породу, да, как-то закачать туда воздух, поджечь, при горении растрескается. И вот это вещество, которое органическое там есть, оно тоже превратится в нефть. Появится, так называемая, синтетическая нефть даже, может, да? По всей стране таких ресурсов насчитывается сотни миллиардов тонн. Подобным объектом является и Ромашкинское нефтяное месторождение, одно из крупнейших в России. Программу по его разработке уже начал создавать научный центр мирового уровня Казанского университета. И там, конечно, есть запасы, вот мы полагаем, примерно 1,5-2 миллиарда есть запасов живой нефти, такой жидкой, хорошей нефти, которую нужно добыть, так? И кроме того, есть вокруг Ромашкинского месторождения есть очень много запасов нефти, там, в том же самом Доманике, это вот нефть плотных породов, да, где нужно делать гидроразрыв или поджигать надувные его, да? И кроме того, есть нефть, или, как говорят, вязкие, высоковязкие, сверхвязкие нефти или природные битумы в пермских отложениях. Неизвлеченную нефть в выработанной части залежи также называют целиком. По добыче таких целиков еще несколько лет назад Казанский университет начал совместный проект с Татнефтью. Да, когда разрабатывается гигантское месторождение и используют закачку воды, заводнение так называемое, да, то вот в этой однородной такой среде возникают такие пятна целиковой нефти, которые все водные потоки огибают, а эта часть остается целенькой, и она не добывается, как бы, да?
Добыча такой нефти требует разработки совершенно новых технологий, чем и занимается научный центр мирового уровня. Исследования помогут нефтяникам Татарстана. Поэтому компаниям очень выгодно с нами работать даже на стадии вот фундаментальных исследований. То есть мы совместно начинаем работать и говорим, хорошо, вы нам отбираете пробы, мы за исследование этих проб в лаборатории с вас денег брать не будем. Мы сделаем это за счет государственных денег, но мы получим вот результат, который мы с вами вместе будем дальше применять в практическом смысле. Напомним, научный центр мирового уровня был создан в 2020 году. В консорциум вошли представители Уфимского государственного нефтяного технического университета, Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина и Сколковского института науки и технологий. Казанский университет стал главным в консорциуме. Также стоит отметить, что нефтегазовое направление является одним из приоритетных в Казанском университете, который, к слову, вошел в топ-100 мирового рейтинга QS World University. По данному направлению. Диана Жиленкова, Илья Андреев, Виолетта Басова, Универньюз. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО «Готов к труду и обороне» продолжают сдавать студенты Казанского университета. Одним из испытаний стал бег на 30 метров. Смотрим. Процедура сдачи ГТО началась с разминки. В стенах спортивного зала «Уникса» собрались студенты второго курса разных институтов Казанского университета. Напомним, сдать нормы ГТО может любой желающий студент, относящийся к основной медицинской группе. Вообще виды, которые они сдают, они одинаковые и для девушек, и парней. Это 4 одинаковых вида. Бег на короткую дистанцию, в данном случае 30 метров мы сегодня принимали. Бег на длинную дистанцию у девушек 2000 метров, у ребят 3000 метров. А еще также к обязательным видам относятся силовые. И обязательный еще вид – это тест на гибкость, наклон вперед. По словам Евгении Фоминой, в этом году поток студентов, желающих сдать ГТО, очень большой. Многие берут серебро и золото. Так, например, чтобы взять золото на дистанции в 30 метров, юношам необходимо ее пробежать за 4,3 секунды, а девушкам за 5,1. Ну, я сторонница здорового образа жизни. У меня пока по всем видам идет золото. Я буду бороться до конца, чтобы получить золотой значок. Во всех институтах поощряется по-разному, зависит от деканата. Но я знаю, что у ребят, кто учится на бюджете и кто успешно сдает сессии, получает стипендию, у них неплохие надбавки к стипендии. В ближайшем времени ребят ожидает плавание, а также челночный бег и зальные виды упражнений, такие как пресс, прыжок с места и подтягивание. Диана Жиленкова, Виолетта Басова, Универньюз. Организм человека за зиму истощается, и нужно заняться восполнением витаминов. Особое внимание необходимо уделить недостатку витамина С. О том, как лучше защитить себя от нежелательных болезней, узнаем в следующем сюжете. Витамин С – это водорастворимый витамин, который выполняет очень важные биологические функции в организме человека. В первую очередь, это очень сильный антиоксидант, то есть природный щит для организма, а также стимулятор иммунной системы. Поэтому при любых заболеваниях очень важно принимать высокие дозы, и когда вы начинаете себя плохо чувствовать, болезнь даже иногда можно купировать приемом, ну скажем так, максимальной суточной дозы там, в качестве 1 грамма. Лучшее воздействие на организм витамин С оказывает в совокупности с другими группами витаминов. К примеру, механизм защиты от высокого давления связан как раз с его антиоксидантными свойствами, то есть защитой от окисления жиров, которые могут налипать. Окисленные липиды являются первоисточником формирования атеросклеротических бляшек в первую очередь. Да? И, собственно, процессы закупорки сосудов, они так или иначе будут приводить к повышению давления. Поэтому один только витамин С не сможет защитить от повышения давления, потому что высокое давление – это многофакторная патология и не всегда связана с употреблением или недостатком отдельных витаминов. В весенний период Ольга Кравцова рекомендует классические источники витамина С – аскорбутин и аскорбиновая кислота с глюкозой, а также можно заварить шиповник. Это не только полезно, но еще и вкусно. Энджи Минибаева, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!